Привет всем, вы на канале Юрист Дмитрий Орошенко, с вами Юрист Дмитрий Орошенко. Итак, прием заявлений на выделение квоты для оформления РВП в Москве будет происходить 4, 5, 6, 7, 8 февраля 2019 года. С понедельника по четверг с 9 до 17, в пятницу с 9 до 16.00 по адресу 64 километр Варшавского шоссе, поселение Вороновское, в дому владения 1, строение 47 на территории миграционного центра. Значит, при себе заполненное заявление, соответствующий бланк, документ, удостоверяющий личность, паспорт, на основании которого уехали на территорию РФ, миграционная карта, регистрация. Нужно заявление, есть вопросы по заявлению, пиши в комментариях, нужно заявление и, соответственно, адрес электронной почты. Значит, вопросы по заявлению. Если есть граждане Российской Федерации, родственники, копии их паспортов. Если есть иностранные граждане, родственники, у которых есть РВП ВНЖ, копия, значит, их паспортов. Если есть дети, графа 15, заполняйте по детям. Образование четко, точно, какое у вас есть, в соответствии с вашими дипломами, сертификатами, свидетельствами. Значит, если есть заявление с работы, касаемо оформления РВП, либо есть собственность, значит, копия о праве собственности и прикладывает свидетельство с работы. Дальше госпошлина не платится, подается заявление лично. Если у вас есть вопросы, пишите, соответственно, в комментариях. Каждый конкретный вопрос обсудим. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с другими. Всего доброго, успехов в оформлении РВП.